Привет всем! Сегодня я покажу вам интересное гадание на бумаге. Называется «Нора Машка». С помощью него вы узнаете, как сложатся ваши отношения с любимым человеком, что вас ждет в будущем и удачен ли ваш союз. Вам понадобится всего лишь бумага и ручка. Сначала я рисую серединку у цветочка и потом загадываю парня. Имя пишем полное всегда. Сколько букв в имени, столько и лепесточков рисуем. Я буду рисовать крупные, чтобы вы видели. Вы можете рисовать, конечно, их поменьше. И рисуем стебелек. Теперь, где стебелек нарисован, оттуда мы и пишем по буковке. По часовой стрелке. Дальше мы пишем свое имя, также по часовой стрелке. Пишем столько, сколько букв хватит. Если бы, например, у меня было больше букв, тогда их просто не нужно было писать. Например, ма-ри-н, а А не хватает, значит, А не нужно было просто писать. В каждом лепестке нужно, чтобы было и гласная, и согласная буква. Например, здесь вот есть, значит, я обвожу. Здесь тоже обвожу. Здесь, здесь и здесь. Буква и краткая, и мягкий знак считаются согласными, поэтому здесь согласная и гласная буква. Вот, получилось 5 лепесточков. И я смотрю значение. Можно попробовать еще раз. Так, например, я загадываю Максима. Такая не очень красивая ромашечка. Хи-хи. Ну да ладно. И стебелек рисую. Ну, уже можно в другом месте, можно там же. Я здесь вот так нарисую. Вот, одной буквы не хватило. Смотрим, сколько гласных и согласных совпало. Здесь нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Совпало только одно. Один лепесточек. Значит, также смотрю значение. Сейчас я коротко вам объясню каждое значение. А под видео оставлю вам подробное описание каждого значения. Если нет ни одного лепестка, значит, у вас не может быть ничего общего. Один лепесток – вполне удачный союз. Вот как у меня с Максимом. Два лепестка – союз будет не самым лучшим. Три лепестка – такие союзы завершаются свадьбой. Четыре лепестка и более – это просто ваша судьба. То есть, получается, Игорь – моя судьба, потому что у нас все лепесточки совпали. Спасибо вам огромное за просмотры. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.